бачите, це просто супер. Да, вже супер, 19 років, і ми радіємо тому, що з нами виросла ціла аудиторія, і ми так само виросли не тільки з тими, хто народився 19 років тому, а ті, хто вже були у стрімі електронного саунду ще 19 років тому, вони з нами зростають, і це круто. Дуже приємно, тому що Kiss FM мене удостоїли цієї нагороди. Tendance Awards 2021, відкриття року Wellboy. Просто супер, я дякую Kiss FM, цій радіостанції, за те, що вони підтримали ротацію, включали мої треки в реміксах на своїй радіостанції. Просто їм низький уклін і благодарність. Від щирого серця я дякую їм. Я могу сказать, что вот настроение мое повышено, потому что там у ребят супер атмосфера, и я, конечно же, тоже зарядился этим. Когда кто-то тебя признает и дает тебе награду, это здорово, я этому очень благодарен. В этом году, на самом деле, было очень много фестивалей, и фестивали настроили на новое звучание, плюс карантин дал возможность расширить, не знаю, музыкальный вкус свой и попробовать что-то новое. Вот у меня получилось. Мне хотелось бы сказать искренне спасибо всему, всей дружной команде Kiss FM, потому что это невероятно, на самом деле, за такую поддержку. Это очень круто, на самом деле, что в Украине существует радиостанция, которая поддерживает по-настоящему много, огромное количество, мы сегодня видели на премии, талантливых людей, и нас включая в том числе.